добрый, мы с Муси и партнером нашей программы компании «Эталон Днепр» рекомендуем вам смотреть исключительно хорошее кино, исключительно по чашечку хорошего кофе от партнера нашей программы компании «Эталон Днепр». В последнее время Барри Левинсон практически полностью перебрался на телевидение. «Человек дождя», «Доброе утро, Вьетнам», «Спящий», «Хвост виляет собакой» остались в далеком прошлом. Но и на телевидении он делает довольно большое кино. «Лжец», «Великий и ужасный», «История жизни большого, очень большого афериста» Берни Мэйдоффа. Играют Роберт Де Ниро, Мишель Пфайффер, Алессандро Неволо, Хэнк Азария, ну, последних двух, ну, наверное, нужно было называть. Главное здесь Роберт Де Ниро и Мишель Пфайффер. «Лжец, великий и ужасный» обещает быть большим фильмом большого режиссера, но телевизионным. Сейчас все перемешалось. Смотрим трейлер к этому фильму. 16 лет я хранил тайну. Смотреть вам трейлеры и дожидаться премьеры фильма, смотреть который, как и трейлеры, можно по чашечку хорошего кофе от партнера нашей программы компании «Эталон Днепр».